Всем привет, дорогие зрители! Вы снова на территории Империи Зла. Ну что, я опять тут, опять здесь, опять в Питере. Значит, скоро буду ходить на матч Зенита. И да, совсем забыл. Поздравляю вас с 15-летием завоевания Суперкубка УЕФА. Зенит. Ровно 15 лет назад в Монако выиграл 2-1 у Манчестер Юнайтед. Да, можно сколько угодно говорить, что там не было Роналду, но все остальные были основные. И Зенит против них сыграл красиво, надежно. И даже вынудил Пола Скоуза легендарного удалиться, потому что не получалось англичан забить. Правильно, мяч. А Скоулз решил забить рукой. Гандболист хуй. Но Зенит все равно выиграл. И Зенит единственная российская команда вообще в истории отечественного футбола, которая брала Суперкубок УЕФА. В СССР Суперкубок УЕФА брали команды союзных республик. Из РСФСР этот трофей не брал никто. В Российской Федерации, соответственно, ЦСКА. Суперкубок просрал Ливерпулю. Там же в Монако 3-1. За 3 года до того, как Зенит выиграл у Манчестер Юнайтед. Поздравляю всех вас. Этот трофей по праву наш. И этот трофей ярче яркого показывает, кто тут лучший клуб России. С точки зрения Европы. Да и в принципе, чего же греха таить. Если Зенит еще и дальше будет чемпионство выигрывать, то вообще безальтернативно это будет самый лучший клуб России. Для меня он таким есть, был и будет всегда, начиная с 24 октября 2010 года. Как только я вообще увлекся футболом при решении болеть за Зенит. Все эти годы Зенит для меня уж. А теперь... Зенит будет с точки зрения статистики лучше. Это супер.